ГАЗ-20 Победа, построена на базе Toyota Mark II. Двигатель стоит 2.5, новая стоит. Это все родное Toyota. Toyota, да? То есть там ходовка TEMS, регулируемая жесткость. Вот, коробка автомат. Тоже опять же режимы спорт. Тоже режимы спорт, эконом, снег. Ну, коробка автомат, да. Стоит, мост стоит. Задний привод, вся ходовая, то есть часть Toyota Mark II, сотый кузов, 2000-е года там. Машина была 2000-го года. Да, да. То есть от Победы осталось крылья, часть. Некоторые кузовные элементы Победы, остальное все новодел. Заднее стекло осталось. Заднее стекло, да, элементы. То есть силуэт крыльев. Победы остался. Да, сделано в стиле Победы, ну, в рестайлинге. Рестайлинг, да. Сколько на проект ушло времени? Где-то в среднем полгода пошло. Полгода, да? Ну, мы этим занимаемся, это, в принципе, для нас. Это нормально, в принципе. Да. А колеса какие стоят? Колеса R20, Акуза. То есть низкопрофильная резина. R20. Задний привод. Задний привод, да. ABS, ну, все, да. АРБ. Климат и все остальное. Ну да. Ну, все в стандарте, то есть базовая комплектация. Ионизатор воздуха, ну и все остальное. Ионизатор даже есть, да. Ну, это у японцев. А бампер вот передний, это. Это все новодел. То есть из под заказ, да? Да, конечно. Ну, под именно под этот кузов делали, да? Интересно, вы задние вот. Возле двери, да, 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 интересно, ну, сделано. Там как бы, да, тоже, они как бы несут функциональную как бы нагрузку, то есть для охлаждения задних дисков тормозов. То есть это не, как бы, не бутафория, то есть она всё как должен. Все работает, все. И также Победа от надписи есть интересная. Ну, в стиле Победа, значит Победа. Да. Что, давайте посмотрим, что у нас внутри. Панель с Mazda RX-8, да? Да. Панель RX-8. Сиденья Nissan 350Z. Только обшитые белым. Это белая кожа, да? Да. Белая немецкая кожа. Коробка автомат. Гидроусилитель. Интересная приборка стоит. Ну, мы потом включим ее. Так, здесь Победа все. Так. Карты тоже, да, это все. Из Мазды, да? Средняя часть Мазды. Двери, карты, подсветка. Белый металлик. Цвет. Да. Трехцветный. Трехцветный, ну, да? Трехслойка там получается. Как бы. Белая, ксералик и вот. Сзади у нас диски. А еще светится, наверное, да? Да? Подсветка есть. Получается. Хром. Так, стопаки интересные. Это под заказ, да? Да. Щелчь устанавливаю. Ручная, да, работа? Под заказ. Это прямо точная система здесь стоит. Тюнинг под заказ. Номер телефона, если кому нужно. Украина. Бежево-белый.
Кстати, сзади место очень тоже так прилично. Можно сесть втроем, даже вдвоем. Откройте капот. Что под капотом? Там защелка, да? Двигатель Toyota. Все помещается. Тормоза тоже Toyota, да? Стоят вакуумные. Давай закрывать. Какая длина машины? 5,20. 5,20, да? Проедемся на машине. Так, приборка у нас. В салоне тишина, ни одного скрипа. Что, должно скрипеть? Не должно. Просто Lexus сейчас скрипят по 30-50 тысяч иногда. Здесь все идеально собрано, подогнано. Ручная сборка, подвеска мягкая. Приятно ехать на такой машине. А как
какой вес машины? Тонна 700. Тонна 700.